русский мир, это, или называя ее, называю русская цивилизация, она выросла и имеет своей духовной основой православие. Вся русская культура, русская ментальная, духовная, культурная традиция коренится в православии, то есть в восточном христианстве. Вот это есть тот единый стержень, на который нанизано все остальное. Вот если нет осознания этого, если нет понимания этого, то никакие другие общие знаменатели найти не получится.